Delphi или специальные нейтрализующие средства предложил использовать для обработки проездов и пешеходных дорожек щелковский производитель бытовой и промышленной химии СИП «Экохим». Химики безвозмездно доставили в муниципальную службу озеленения и благоустройства 600 литров дезинфицирующего раствора для Щелковской областной больницы, где проходят лечение больные COVID-19. Это мы вносим свой вклад в борьбу с коронавирусом. И вот мы поставили, что мы здесь живем, мы здесь должны бороться, поэтому... Вот передаем больнице и мечтаем, на месяц им обработки хватит. Надеемся, что через месяц и ситуация изменится. Именно за длительный дезинфицирующий эффект, сохраняющийся до 8 суток, и свойство как губка собирать в себе микробы, бактерии, вирусы, а после нейтрализовать их, защитные средства решили использовать в период пандемии. Средство защиты прибыло на территорию Щелковской областной больницы. Вот этого объема емкости хватит на то, чтобы обработать практически всю территорию. Это защитит как минимум на одну неделю. Ну а того объема, который поставила компания, хватит на целых 6 обработок. По подсчетам производителя, 600 литров хватит, чтобы обработать 19 тысяч квадратных метров. Состав не вызывает негативных реакций у теплокровных животных и человека, пригоден в том числе для мытья асфальтов, бордюров и любых придорожных конструкций, включая шумовые экраны и знаки. Обрабатывать территорию больницы будут сотрудники службы озеленения и благоустройства. Они уже занимаются дезинфекцией городских улиц. Обрабатывается город четырьмя коммунальными дорожными машинами, четырьмя тракторами, с бочкой на тротуарах, для того, чтобы за утро пройти основные все центральные улицы и общественные пространства. Санитарная обработка на территории действующей больницы сама по себе не отличается от простого опрыскивания, с той поправкой, что всю работу тракторист выполняет в защитном костюме. Сколько жидкости ушло на обработку примерно? Скажите, пожалуйста. Добрый день. Куба 2,5 ушло. Всего во сколько времени работали? Минут 15. За полчаса один трактор обработал территории областной больницы на улицах Парковая и Краснознаменская. Вирус может сохранять свои свойства до 10 дней. Поэтому, профилактически обрабатывая тротуары, поверхности зданий, мы помогаем предотвратить распространение этой инфекции. Большое спасибо за предоставленные средства. И хочется все-таки всем сказать, соблюдайте меры личной профилактики. В компании СИП «Экохим» заверили, их защитные средства экологичные, хорошо растворяются в воде и через 90 дней распадаются до углекислого газа и элементов, разлагаемых в природной среде, включая азотистые соединения, хорошо усваиваемые растениями. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.